Праздничные мероприятия в честь Дня матери проводятся в Центре детского творчества ежегодно. Концерт одновременно является отчетным для воспитанников центра. Этот замечательный праздник подготовили педагоги и дети. Творческие номера, песни, танцы, различные выступления. Конечно же, все это будет радовать наших любимых мамочек. Почетные гости – это наши мамы. Мы их любим, мы их ждем и радуемся, когда все приходят к нам. Дети, занимающиеся в кружках, подготовили поздравления для мамы в виде творческих выступлений, поделок и подарков. На сцене ребята показали родителям все то, чему обучились. Станцевали, спели, рассказали стихотворение. И, конечно, не только дети, но и взрослые поздравили в этот день своих мам. Пускай все мамы улыбаются, в любви детей своих купаются. Здоровья им желаю, чтоб не старели, а все мечты их сбывались. Прежде всего, мама – это всегда тепло, уют, доброта. Это то место, где тебя поймут. Мамины руки – самые нежные на свете. Ну что еще сказать? Мама – это все для нас. Я бы хотела поздравить всех мам на земле вообще и, конечно, свою маму. Пожелать всем здоровья. Ну и чтобы их дети всегда их радовали. Этот день у каждого ассоциируется с самыми светлыми чувствами и большой благодарностью к маме. На сцене дети старались по-настоящему удивить родителей своими талантами, а мамы поддерживали участников концерта дружными аплодисментами. Я благодарна своей маме за все, буквально за все. Я бы хотела поздравить не только свою маму, но и всех с этим замечательным праздником. Пожелать им счастья, добра, любви. Я очень благодарна за то, что она со мной так возится, любит меня, помогает мне во всех вопросах, может всегда ответить на мои. Ну, я не могу спросить, допустим, мама, как мне там поступить, а она мне подскажет, как все правильно сделать. Я ей очень благодарна за то, что она у меня такая добрая, красивая, нежная, любящая. В различных кружках Центра детского творчества занимаются более 2000 детей и подростков от 6 до 18 лет. Каждый из них находит что-то полезное и интересное для себя среди творческих объединений. Для каждой мамы это мероприятие стало очень важным, прежде всего, как отчетный концерт. Поэтому зрительный зал в этот день был переполнен. Большое спасибо руководителям, которые могут создать такую обстановку торжественную, радостную. И всех мамочек поздравляем с этим праздником.